На одеському пляжі відбувся відкритий майстер-клас рятувальників громадська майстерня безпеки на воді. Українська асоціація рятування на воді та обласний центр екстреної медичної допомоги реалізували пілотний проект з популяризації безпечної поведінки під час купання. Дітям розповіли та наочно показали, як проводиться перша домедична допомога та як треба поводитися під час відпочинку на пляжі. Мужчина в білій кепці, мені потрібна буде ваша допомога. Після того я перевіряю дихання. Раз, два, дев'ять, десять. Человек не дышит. Вызовите, пожалуйста, скорую помощь, а вы принесите ближайший автоматический наружный дефибриллятор. После этого я начинаю 5 спасательных вдохов для такого человека. Мы сегодня реализуем пилотный проект вместе с Центром экстренной медицинской помощи в Одесской области с целью популяризировать знания, которые могут понадобиться молодежи и детям у воды. Как правильно спасти себя? Как правильно вести себя и как правильно помогать себе или своим близким, тем, которые находятся возле тебя. Мы в свое время потеряли как бы ту информационную площадку, в котором бы передавались эти знания правильно. И необходимо начинать формировать это общественное мнение заново. И лучше, чем начинать формировать их из детей, я на сегодняшний день не вижу. Необходимо работать с детьми, с молодежью для того, чтобы они через несколько лет уже понимали, почему это важно, как это правильно делать и что необходимо сделать. Поэтому необходимо этому обучаться. Это тоже как бы процесс, это тоже непрерывно приобретать навык. Даже то, как правильно сделать сердечно-легочную реанимацию, когда поставить руки, как правильно делать, какой интервал, какие моменты, то, что как раз рассказывали сегодня, это очень важно. Потонулого можна врятувати, якщо вчасно і правильно надати йому першу допомогу. В першу хвилину після утоплення у воді можна врятувати більше 90% постраждалих. Через 6-7 хвилин лише від 1 до 3%. Значну частину потонулих у літній період становлять діти та люди в нетверезому стані. Надання першої допомоги може стати вирішальним. Я кинув кінець Олександрова, прив'язав його до спасательного кругу і витаскував пострадавшого. Терпіш бідствие на воді. Руку. Все зависит от того, как далеко человек находится. Если спасательный пост рядом, то это все в течение 2-3 минут от силы. То есть действовать очень быстро нужно, оперативно, собраться мыслями, ну и правильно, чтобы было все. Нужно помнить о том, что мы всегда должны заботиться о своей безопасности. То есть подходить к человеку, который представляет угрозу, находится с ножом, ведет себя неадекватно. Если это место повышенной опасности, если рядом есть электрические шнуры, если это место, которое для вас, вам кажется небезопасным, туда заходить не нужно и нужно обратиться в специальные службы. Если вы считаете, что это место безопасным, нужно подойти к человеку и попытаться с ним заговорить. Нужно спросить. Как тебя зовут, что случилось, слышишь ли ты меня? Если этот пациент не отвечает вам, если он так заведомо является пациентом, пострадавшим без сознания, нужно обратиться в службу экстренной медицинской помощи по номеру 103 или 112. Надання домедичної допомоги, серцево-легенева реанімація, домедична допомога при гіпіотермії, тепловий та сонячний удар – це базові знання для надання першої допомоги. Після майстер-класу діти поділилися вивченим. Нужно найти середину грудной клетки и замочек руки, и вот этой частью давить 30 раз. А потом второй человек будет делать два дыхания искусственных. Больше всего мне понравилось, как они учат людей спасать жизни. Потому что лето – это время, когда люди хотят отдыхать на пляжах, они спиваются, уплывают далеко, а потом их должны спасать спасатели, и не всегда выходит. А благодаря тому, что вот спасатели, такая группа рассказала нам о том, как можно спасти человека, смертей будет меньше.